Вітаю, наші шановні телеглядачі! Сьогодні ми говоримо, можливо, на ту тему, яка цікавить кожного одесита, який проживає не у спальних районах, а ті, хто проживають у центральній частині міста, у частині мікрорайону Молдаванка, у частині Пресвівського мосту. Це доля їх будинків. Так, тих будинків, яким по 100, 150, 200 років. І що з ними буде, як їх врятувати, і в першу чергу, що ж робити концептуально із аварійними та тими будинками, які визнані просто старими. Тому ми запросили сьогодні до студії голову постійної депутатської комісії Одеської міської ради з питань житлово-комунального сервісу Олександра Валерійовича Іваницького. Дуже раді вас бачити сьогодні. Так, і тому відразу запитаємо вас напряму, що робити з цими будинками. Скажіть, будь ласка. Ну, я хотел бы, чтобы мы разделили понятие домов, которые имеют культурную, историческую ценность, и домов, которые в большей степени преобладают в районах, как вы сказали правильно, Молдаванка, Пересовского моста. Дома, которые в свое время строились как и временное жилье, дома, которые использовали свой материал, из которого они строились, данные дома использовали свой ресурс. И здесь важно было бы понять следующее, что, к сожалению, в городе работа системно-планово не велась никогда. То есть были какие-то заявления, были какие-то декларации предыдущих властей. И, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Мы понимаем сегодня, что если говорить о капитальном ремонте всего жилого фонда, который сегодня является, будем так говорить, проблемным, потому что он тоже делится на два подвида. Это те дома, которые действительно уже являются аварийными, и дома, которые являются ветхими, так скажем, предаварийным состоянии находятся. Поэтому здесь было бы правильно все-таки делать акцент на аварийные дома, в которых сегодня одесситы проживать уже не могут физически. То есть, в общем-то, каждый вечер ложась спать, это действительно тревожит их, и многие съехали из этих домов, нашли какое-то временное жилье себе, и сегодня существуют определенного рода проблемы, что эти квартиры продать нельзя, если они являются... Тобто немає ринкової комерційної... Совершенно верно, да. То есть сегодня говорить о том, что это полноценная недвижимость, к сожалению, не приходится. Конечно, эти дома, будем говорить откровенно, системно не обслуживались многие десятилетия, из-за чего, в общем-то, в принципе, и пришли, будем так говорить, в негодность, если уж такое слово применять. Поэтому сегодня мы сфокусировали работу Департамента жилищно-коммунального хозяйства на следующий год в части того, что те дома, которые сегодня еще возможно спасти, те дома, которые еще возможно удержать, мы проведем первоочередные противоаварийные мероприятия, которые будут касаться замены ливневой системы отвода ливневых вод, гидроизоляции фундаментной группы, возможно, ремонт крыш в этих домах, для того, чтобы эти дома могли, в принципе, нормально дальше продолжать эксплуатироваться. Что касается центральной части нашего города, здесь мы сегодня очень большие надежды возлагаем исторического центра нашего города. Мы здесь большие надежды возлагаем на помощь центральных органов власти. Это программа «Яцкава» «Великая реставрация». Да, совершенно верно. Мы очень надеемся на то, что президент не один раз действительно заявлял и говорил о том, что он любит наш город, ему приятно приезжать в наш город, да, и... На место витав. Да, и как бы, да, нам как бы действительно сегодня говорить приходится о том, что та концентрация исторических, культурных памятников, которые в нашем городе есть, те люди, которые проектировали, строили наши дома, да, те фигуры, личности в истории, сегодня необходимо этот культурный фонд сохранить. И для этого, конечно, никакого бюджета нашего города не хватит для того, чтобы провести такую комплексную, системную и давно требуемую реконструкцию и реставрацию. Тут нужно говорить в комплексе. А таке запитання, про який взагалі масив, якщо брати кількість будинків, ми говоримо про те, що потрібно? Ну, смотрите, в цілому у нас проблемний фонд составляє порядка 800 домов. Это наш проблемный жилой фонд, из которых 264 дома являются аварийными, остальные являются ветхими. Ну и они сконцентрированы, как я правильно понимаю, это вот та частина... В большей степени это то, о чем мы с вами говорили. Это Молдаванка, это Пересыпь. Это, так скажем, основное месторасположение этих домов. Слава богу, не так еще беспокоят микрорайоны Черемушек, но тоже говорить о том, что там все так беспроблемно и так все
хорошо, и мы говорим сегодня о хрущевках так называемых, тоже, к сожалению, уже не приходится, потому что они тоже уже выработали свой ресурс и тоже, в принципе, в свое время строились и создавались для решения жилищной проблемы. На тот момент граждан, да. И, конечно, они должны были бы планово уже перестраиваться, совершенно строиться другие микрорайоны. Но, учитывая сегодня отсутствие как таковой концепции, изменений, так скажем, правовых, юридических в праве собственности на данные квартиры, на данные объекты, конечно, сегодня нет никакой комплексной программы ни у государства, ни тем более у города, и, соответственно, нет под них финансирования. И сегодня мы говорим только о том, что по историческому центру мы все-таки идем по пути привлечения финансового ресурса, как городского, так и государственного, для реставрации наших, так скажем, исторического ареала нашего города. Все, что касается домов, которые находятся в районе Молдаванки, в районе Пересовского моста, здесь, конечно, никаких денег, никаких финансовых ресурсов, на которые располагает город, не хватит для восстановления этих объектов. И в первую очередь, здесь в большей степени нужно говорить о том, что здесь необходимо привлекать бизнес, здесь необходимо понимание самих жильцов, проживающих в этих домах, либо тех людей, которые числятся как проживающие в этих домах. И вот сегодня необходимо создать такую платформу для дискуссии, где бы сегодня мы понимали на нашей карте, отображены были требования там, и пожелания одесситов, проживающих в этих домах, для того, чтобы эти объекты могли комплексно передаваться, то есть не то чтобы передаваться, а инвесторы, которые заходят на данные дома, могли отселить одесситов, могли либо выкупить их жилье, либо предоставить им альтернативное жилье, в общем-то, грубо говоря, стать собственниками всего объекта в целом. И после этого город должен посодействовать в таком случае для выдать те градусловия, которые сегодня, в общем-то, вписываются в зонинг нашего города, в генеральный план нашего города, вместе с перекладкой и коммуникацией в этом районе. Так дороги... Дорогами, социальной сферой, социальной инфраструктурой. То есть сегодня, к сожалению, вот вы знаете, сегодня для меня это было неприятно увидеть и понять, что у нас действительно в этом плане работа не велась. Она ведется как-то, так скажем, из-под тишка, да. Из-под столы, то есть кто как кому выгодно, кто как договорился. Хотелось бы эту тему вынести в более, больше, так скажем, публичную плоскость. И чтобы консенсус. город сегодня помогал одесситам, тем, которые реально хотят улучшить свои жилищные условия, помочь городу избавиться от так называемых аварийных фондов, помочь им сегодня настроить свою жизнь, решить свои жилищные проблемы. Одна проблема достаточно серьезная, и, скорее всего, в принципе, чтобы вы понимали, успех этого всего мероприятия на 90% зависит именно от желания жильцов съехать принять разумные условия, которые предоставят застройщик. От до цього також перейдемо. Я просто хочу одну тезу опробувати. Я там спілкувався з людиною, яка має відношення до так житлово-комунальної сфери. Вона казала таку фразу, що можна привести аналогію цих старих будинків, особливо тих, які не мають об'єктивно кажучи ніякої архітектурної цінності для міста. Тобто ті були побудовані як інколи конюшні, як для заводів жилье. Так. Ну, да. Тобто, грубо кажучи, як ті ж самі хрущовки, але на 100 років раніше. І там мені от ця неназвана людина казала таку цікаву фразу, що якщо провести аналогію, це як з автомобілем, що новий автомобіль завжди дешевше ремонтувати, ніж старий. Чим старіше автомобіль і те ж саме, чим старіше будинок, тим дорожче його ремонтувати там, через такі суб'єктивні причини. Чи це так? І от якщо, можливо, є можливість оперувати якимись сумами. От привести до ладу такий от будинок, це стільки грошей? Ну, давайте, от, ну, все залежить від параметрів дому, ну, в першу чергу, його степені зносу, суті проблеми. Я можу вам сказати на примірі одного з домів, це Книжний переулок 13. А, це знаменитий, да, так? Такий, да, знаменитий дом. Я вам скажу, у 2017 году ми комісіонно, рішенням комісії направили туди департамент і попросили зробити инвентаризацию, сделать дефектовочный акт, составить и, в принципе, просчитать необходимый финансовый ресурс для того, чтобы этот дом привести в жилое состояние. Я вам скажу, на цены 2017 года сумма составляла порядка 28 миллионов гривен.
28 миллионов гривен. С учетом цен на сегодняшний, с учетом инфляции, я думаю, что на 2021-2022 год этот дом, реставрация, реконструкция данного дома будет заходить за все 40 миллионов. За все 40 миллионов. Поэтому, если мы говорим сегодня о логичности действий, о эффективности действий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то я вам скажу, что, в принципе, замена той же ливневой канализации и ремонт крыши с, так скажем, у живого дома в историческом центре нашего города может суммарно стоить порядка 2,5 миллионов гривен. Угу. Поэтому мы можем четко дать себе ответ, что ради одного такого дома мы могли бы отремонтировать 15 домов, которые бы спокойно могут еще дальше продолжать существовать. Проблема этого дома заключается в следующем, что в определенное время туда заселились некоторые люди, которые, зная проблему этого дома, занимаются таким бизнесом не только в городе Одессе, занимаются этим бизнесом и во Львове, и в Киеве, и в Днепропетровске, в Днепре нынешнем, и сделали на этом немалые деньги. То есть сегодня, к сожалению, жители, живущие в этом доме, которые реально хотят какого-то решения со своей жилищной площадью, они попали в зависимость от этих людей. Потому что туда приходило 3 или 4 застройщика, которые хотели этот дом расселить и перестроить, будем так говорить, потому что там реставрировать нечего. Снести и построить нормальный новый дом. И вот эта группа товарищей, да не группа товарищей, а представительница этой группы товарищей, она выдает условия, которые никоим образом, ни в какую математическую, финансово-экономическую составляющую по восстановлению этого дома инвесторам не входят. И, к сожалению, ВОЗ и ныне там. То есть ситуация патовая. При всем при этом эти граждане постоянно провоцируют городскую власть, и не только городскую власть. Эта гражданка ходит на сессии городского совета. То есть таким образом пытаясь сегодня навязать свое точку зрения. То есть будем говорить, это юридическая компания. Это юристы, которые таким образом, и к сожалению, когда мы сталкиваемся в исторической части вот с такого рода объектами, не буду говорить, что во всех, но в 50% мы имеем вот такую ситуацию. Так, я просто так, що... От для розуміння, як це робиться, от я вчав досвід інших країн світу, тобто є якби старий будинок, він особливо архітектурного значення не має, це ми закріплюємо, це важливий момент, тому що зрозуміло, що зносити те, що будувалося справді видатними людьми, аби йшли видатні люди, ну про це ніхто і не говорить. Тобто є, от, грубо кажучи, там двох-трьохповерхівка, які там 150-200 років, її зносять, і на її місці будують повноцінний будинок, вже сучасний. Як відбувається цей процес передачі житла і права власності на житло для жителів цих будинків? Тобто, як він має відбуватися? Об этом речь, що інвестор сьогодні викупає їх жилье. Ну, то есть, є условия соглашения, так скажем. Либо вони предоставляють альтернативне, равнозначное жилье в новом домі, так скажем, із какого-то маневрового фонда, якщо це застройщик, у нього є такий фонд. И люди, грубо говоря, заезжают уже с новыми ордерами, так скажем, на квартиру с правом собственности. Либо люди берут деньги и уходят, ищут сами себе то, что им хочется, что им необходимо. Поэтому, к сожалению, не во всех домах, в большинстве домов понимания нет. Я был свидетелем, лично сам решил расселить один из таких аварийных домов, который был на моем избирательном округе. Как говорится, решил пройти своими ножками этот путь и попробовать, как все это начиналось. Вы знаете, вот очень интересно это все наблюдать, когда люди приходят тебе на прием, умоляют, просят и отремонтируйте. Говорят про то, что есть проблема. Мы готовы, да, переехать вот куда скажете, вот только чтобы вот у нас есть 50 метров, дайте нам 50 метров, но только в хорошем доме, в нормальном доме, этим все закончится. Закончилось все тем, что там из 8 проживающих семей, 2 семьи пришли и в итоге сказали, что они хотят, так как у них прописано там по 11 человек в каждой квартире, они, учитывая, так скажем, жилищный кодекс 82 года, который действует у нас, да, они посчитали, что каждый должен получить квартиру, и не только квартиру, но и в определенном районе нашего города. Поэтому, к сожалению, вот тут заходит все это, в общем-то, в глубокий тупик. И, к сожалению, в этой ситуации оказывается не только одесситы, проживающие в этом городе, но и заложником становится сам город в целом. А от що в таких ситуаціях робити? От є якесь розуміння? От є там... За жалению, никаких прав там сьогодні у города на отселение, либо у инвестора
либо у соседей на какое-то влияние на сособственников в данном доме, к сожалению, по закону нет. Только договариваться, только решать этот вопрос полюбовно. Да. Проблема ведь в целом там в другом кроется еще у нас в части эксплуатации жилого фонда. Это в том, что у нас дома, которые находятся в историческом центре, они, будем так говорить, все-таки малоквартирные. Малоквартирные, это мы сегодня говорим и о памятниках архитектуры, и просто о домах, находящихся в центре города. И то СДПТ, которое сегодня утверждено для данных домов, оно равно тому СДПТ, которое сегодня платят одесситы, проживающие в многоэтажных домах в спальных районах нашего города. Это тоже серьезная проблема, которая не позволяет обслуживающей организации, я не говорю сейчас конкретно за ЖКС, любые ЖКС, которые работают в нашем городе. Сегодня очень много домов уже приняли частных управителей, заключают договора с обслуживающими компаниями напрямую, частными обслуживающими компаниями. И в принципе мы хотим уйти от этой практики работы через коммунальные предприятия, которые обслуживают. Потому что это сегодня открытый рынок, это честный рынок. Так. Сегодня кто предоставляет качественную услугу, кто дает сегодня реальный здоровый тариф, тот сегодня и должен работать на этом рынке. Кто краще, то и заработает. Поэтому здесь нету какого-то раболепия, здесь нет никакого подчинения, город не влияет на эту картину. То есть наши КП ЖКС – это совершенно автономно работающие коммерческие предприятия, которые не имеют никаких привилегий сегодня перед частными компаниями. Да. Поэтому вот здесь тоже очень важный момент в том, что нет дифференциации между, так скажем, многоквартирным жилым фондом и домами, которые являются памятниками архитектуры, которые находятся в историческом центре нашего города, которые имеют и декоративные элементы, которые имеют особенности своих конструкций, которые имеют свой уже, так скажем, уважаемый возраст. Да? То есть это все должно отображаться в стоимости содержания данного дома. И, к сожалению, вот откровенно скажу, та бабушка, которая проживает в этом доме в центре города, она, к сожалению, не может потянуть тот реальный расчет, который, возможно, и необходимо правильно было бы сделать для этого дома, для его полноценного содержания. Мы это можем, в принципе, наблюдать и в любой столице любого европейского государства, то, что дома, находящиеся в центре города, зачастую переходят право собственности либо к коммерческим структурам, либо к каким-то компаниям, которые могут их содержать, потому что и в той же Вене, и в том же Цюрихе, и в Берлине, и в Мюнхене центр города – это очень дорого. Это очень дорого не только в цене продажи, но и в стоимости содержания. Ну і з точки зору логістики, там, якщо ми про закордонний опит говоримо, є великі проблеми із тим, що там зовсім по-іншому там працює система вивозу сміття, там купа таких речей. Ми йдемо шаг за шагом, ми йдемо к этой же системі. Ми, к сожалению, всі наші проблеми і біди лежать в нашій фінансовій несостоятельності. Ну, я маю в виду самих українців. Тобто ми сьогодні бідні, і це треба признати. Мы бедная страна, мы бедные люди. Ну, и да, в данном случае, вот почему мы сегодня и просим, и говорим о поддержке государства для города Одессы. Для того, чтобы сохранить наш исторический фонд и сохранить наш культурный фонд нашего города. Вот мы, я вам скажу так, в первом исчислении сделали расчет, так скажем, среднего ремонта, мы не говорим сегодня о реставрации наших зданий. Мы говорим о том, чтобы сегодня дома, находящиеся в центре нашего города, вот это так называемый аварийный фонд, и в прилегающих районах это вот эти 264 дома, да, аварийных дома, привести их в состояние, ну и в целом 800 домов ветхого фонда, там уже меньше, там 560 домов ветхого фонда. Для того, чтобы их привести в нормальное рабочее состояние, техническое состояние, необходимо 9 миллиардов, приблизительно 9 миллиардов гривен. Речный бюджет. Городского, ну, бюджета. То есть это не в год будет, конечно, эта работа будет длиться там, в течение, наверное, там, 50 лет. И я вам скажу так, что эта цифра тоже не окончательная. В той части, что будут скрыты какие-то дефекты, дополнительные дефекты. Мы не говорим о комплексной реконструкции и реставрации этих объектов. Поэтому эта цифра может стать и в 2, и в 3, и в 4 раза больше. А если мы говорим о разрезе нашего бюджета, то бюджет города Одессы на развитие, вот так скажем, на строительство, в целом всех систем, это системы здравоохранения, образования, дороги наши, социальная сфера вся, развитие нашего города составляет порядка 3 миллиардов гривен в год. В нашем так называемом бюджете, который вот на следующий год мы утвердили в размере 12 миллиардов.
Поэтому, ну, возможно, в этом году это будет порядка 3,5 миллиардов гривен. Я еще не видел окончательного проекта бюджета. Но вы понимаете, то есть только в первом исчислении это 3 наших бюджета развития. Маємо виклик від нашого гостя, запитання, тому пропонуємо послухати. Чому ви нам ограничили нас в електричестві? Вони сказали, що саме квартира потребляє більше 3 кВт. Все. І у нас, якщо включається і це саме бойлер, а бойлери у всіх знаходяться, тому що більше 15 років в нашому домі взагалі нет води. Вот. Если работает бойлер, включается стиральная машина, то выключается... Зрозуміло питання, зараз відповідь почуємо. Добро, спасибо. Добрый вечер, благодарю за вопрос. Ну, в первую очередь, это связано с нагрузками на внутренние сети вашего дома, скорее всего, учитывая то, что сети... опять же, не делались, капитально не ремонтировались многие десятилетия. И таким образом, понимая то, что сегодня вообще в целом система энергоснабжения находится достаточно в таком напряженном состоянии, понимая то, что не все одесситы будут подключаться к теплоснабжению, учитывая их технические возможности, их домов, будут пытаться избежать централизованного теплоснабжения, будут переходить на электрические системы обогрева. И, скорее всего, что в расчете на ваш дом был проведен расчет, который четко показал предельные нагрузки, которые допустимы для вашего дома в целом. И вне зависимости от вашей проектной мощности, которая у вас есть, к сожалению, ваша проводка, будем говорить таким прямым текстом, к сожалению, не подтянет нагрузки более тех, которые сегодня ограничил РЭС. Дякую за відповідь. Думаю, змістовно. Зовсім мало часу у нас залишилось, тому давайте от ми окреслили проблематику, відповіли на одне із двох проклятих слов'янських питань, хто винний, і тепер найголовніше. Що робить? Сьогодні ми в рамках роботи нашої комісії, я убедительно попросив, в протоколі це відображено, створити робочу групу, яка... в первую очередь, в состав которой взойдут департамент жилищно-коммунального хозяйства и от строителей, это будет управление архитектуры, департамент архитектуры и коммунальное предприятие «Капитальное строительство» нашего города, для того, чтобы департамент ЖКХ передал весь тот перечень проблемных объектов совместно с районными администрациями. Я вот еще раз говорю, что мы должны выработать механизм переговоров, коммуникации с жильцами этих домов, чтобы мы вышли на какое-то плато, поняли требования, поняли пожелания, и, возможно, опять же, благодаря курирующему заместителю, строительному нашему Михаилу Ильичу Кучуку, мы провели бы такие, так скажем, ну, серьезные переговоры с застройщиками, которые работают в нашем городе. Зачастую, как бы, учитывая такую историческую, географическую привязанность каждого из них, есть застройщики, работающие на Молдаванке, есть застройщики, работающие в центре города, есть на окраинах. То есть, в принципе, мы бы хотели послушать, пощупать эту почву. Я хотел бы эту тему поднять из тени, буду говорить откровенно, потому что зачастую где-то и правоохранители этим злоупотребляют моментом в части расселения, да, там, маневрового жилого фонда и всех остальных. Я хотел бы, чтобы эта тема стала прозрачной и доступной как для инвестора, но в первую очередь, чтобы мы в городе комплексно разобрались и решили эту ситуацию, которая многие десятилетия не решалась в нашем городе. Ну, тут теж називається тільки удачі побажати і вірити в те, що між цими трьома сторонами, між міською владою, забудовниками та людьми, які проживають цю... У нас другого варіанту вирішити цю ситуацію ні, так, сожалению. Ну, або ми будемо мати, як говорили класики, те, що маємо. А такого, мені здається, не хочеться жодному місту. Понимаю, що буде нелегко, понимаю, що наб'єм шишки, але робити необхідне і треба робити. Даже, може бути, можливо, неправильні шаги вначале. Там, як говориться, життя підкоректує. Армія вчиться в бою. Так. Тому звісно, за це дякуємо. Дякуємо дуже за ваші пояснення. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Олександр Валеріанович, нагадаю, що був у нас у гостях студії Олександр Валеріанович Іваницький, голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального сервісу. Ще раз дякуємо йому і просимо вас, дорогі телеглядачі, розуміючи проблематику, бути більш здатними до діалогу. Це найголовніше, і цей принцип працює не тільки у цьому питанні, а й взагалі по всіх питаннях, які можливі у нашому дуже буремному, але житті. Тож дякую та до наступних ефірів.